BQ Velvet. Это у нас 5300G. Velvet View даже он называется, не просто Velvet. Конечно, Velvet здесь только в названии. Ничем он не похож ни по виду, ни на ощупь. Значит, чтобы сделать сброс настроек на подобных аппаратах, существует несколько комбинаций клавиш. Комбинация клавиш чаще всего зависит от конкретной модели процессора. Есть несколько комбинаций самых распространенных. Это плюсы питания одновременно и минусы питания одновременно. Иногда встречается питание зажать на секунду-две и следом плюс. Питание зажать на секунду-две и следом минус. Вот такая батарейка говорит о том, что у нас процессор МТК. Кому интересно разобраться с этой темой, на основном канале «Ты ж программист» вы можете в плейлисте «Полезное», ну и даже на этом канале можно прям по ссылке в описании либо с главной страницы перейти в раздел «В плейлист «Полезное», где я рассказывал, как по значку батарей, как по процессору подобрать себе комбинацию. У нас это МТК, поэтому это только плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросим, а плюс подержим, пока не появится что-то похожее на рекавери, либо на меню из трех строчек. Отлично, долго держали. Кнопкой громкости вверх перемещаться, а кнопкой громкости вниз выбирать. Наводим на строчку рекавери и нажимаем вниз. Ждем, пока включится рекавери. Если отсюда выкидывает, значит сильно севший. Заряжаете батарейку. Это система от случайного зажатия клавиш. Питание зажимаем и коротко нажимаем вверх. В старых версиях просто питание. Питание сработает просто вверх. На новых питание зажать и коротко нажать вверх. Это чтобы вы свои данные в телефоне не ушатали. Случайно где-то в кармане зажали или еще что-то такое. Вот все эти лайфхаки, все эти нюансы по нашей с вами работе и есть в плейлисте полезное, про которое я говорил ранее. Так, где-то там. Android. Android у нас 8.1.0. Это первое, на что нужно обратить внимание. На Андроиде 5.1 и выше, перед любыми сбросами, перед любыми прошивками, необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбираете гугловскую учетную запись, еще раз на нее нажимаете, в правом верхнем углу будет кнопка с тремя точками «Удалить аккаунт». Если этого не сделаете, то после сброса либо прошивки он будет просить и требовать с вас старую учетную запись Google и пароль от нее, ту, которую вводили, когда активировали Google Play, Play Market. Без него ни одну игру не скачаешь. После того, как вы сделаете сброс, он его попросит. Но на канале есть плейлист FRP Google, там есть универсальный способ под процессор, под МТК, под спритрум, под Qualcomm. Я думаю, что вы справитесь. Если вы делаете это за деньги, вы берете с человека документы, подтверждающие факт покупки, чек покупки, гарантийный талон, еще что-то такое, где будет имей или серийный номер аппарата. Все действия с краденными, найденными, ворованными устройствами – это уголовно наказуемое деяние. Связываться с этим категорически нельзя. Опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаете «Питание». Он спрашивает «Да, нет». Я выберу «Нет», потому что мне нет необходимости сбрасывать. Вы выбираете «Да». Он у вас начнет делать сброс. Внизу побегут строчки. Последняя строчка будет «Data Wipe Complete». И это будет означать успешное окончание сброса. После этого он вас вышвыривает назад и ребут системного. Это его перезагрузит. Дольше обычного будет включаться 10-15 минут, а включится чистый сброшенный. Если сброс настроек вам не помог, гуглите прошивку, берете тему своего аппарата на 4PDA, там всегда все есть, либо на Mobile Files. Все удалится, аппарат должен быть заряженный. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала или по ссылке в описании. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.